Денис, приветствую тебя. Недельку вот я Приветствую. отсутствовал. Сегодня мы с тобой снова возвращаемся к совместному анализу ситуации рыночной на площадках, делимся техническим и фундаментальным взглядом. Сегодня, друзья, хочу предупредить, что небольшие технические сложности с соединением у Дениса, но мы все-таки решили не упускать возможности выйти в эфир и поделиться даже в таких условиях нашими наблюдениями того, что на площадках сейчас творится. На рынках действительно жарко. В понедельник мы прямо открыли очень интенсивно. Ты прекрасно видел, что происходило с рисковыми инструментами, тотальные распродажи, доллар вырос, фондовый рынок рухнул. В принципе, весь риск оказался на таких многонедельных минимумах. Это хорошо. То есть, чем жарче и интенсивнее мы начинаем неделю, тем больше шансов у нас наблюдать нечто подобное и дальше, когда ситуация будет раскачиваться, там еще на помощь будет приходить и статистика, и какие-то дополнительные инфоповоды. Денис, сегодня я предлагаю посмотреть на то, что происходит с евро, как эталон риска, и с фунтом, с британцем, потому что, ну, точно нужно о нем поговорить, ведь в ходе торговой сессии понедельника мы все видели эти тотальные распродажи, они продолжаются и сейчас. Это связано с конкретным фундаментальным фоном и обстоятельством. Вот как раз я про это сейчас чуть-чуть и расскажу. Тогда к демонстрации экрана. Так, ну, все-таки хотелось бы начать сначала с европейской валюты. Очень долгое время, вот у меня сейчас 4-часовой таймфрейм, сейчас в данном случае долгое время, это почти 2 месяца, даже чуть больше, мы находимся в довольно таком затяжном продолжительном коридоре. Это фактически диапазон там 1.19, ну, если не быть прям совсем точным, это 1.1950 и 1.17. Ну, кто-то скажет то, что 250 пунктов на широкий коридор, ну, я бы не сказал. Все-таки движение от сопротивления к поддержке многократное. Я думаю, что многие участники рынка со мной согласятся, что подобное состояние рынка очень часто называют пилой. Это самое неблагоприятное время для торговли, кто все-таки недооценивает уровни и считает, что тренд должен разразиться. Вот ставя, опять же, на движение в конкретном направлении, рынок разворачивается и заставляет трейдеров нести убытки. Ситуация по евро на данный момент следующая. С позиции фундамента я, собственно, отношусь к тем трейдерам, которые не верят по-прежнему в американскую валюту. И на этой неделе очень много событий, связанных, опять же, с выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе. Это точно повторение риторики, которую мы слышали на минувшей неделе по поводу новых мер экономического стимулирования от председателя ФРС и от американского регулятора в целом. Плюс ко всему, есть надежда на то, что наконец-таки, вот до конца этой недели, Конгресс США согласует новый пакет фискальных стимулов. Надежда есть. Почему? Потому что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, в принципе, дала нам понятие, что стороны все-таки сейчас очень сильно замотивированы, чтобы прийти к какому-то соглашению. И эта информация поступила еще в минувшую пятницу. Я рассчитываю на то, что новый пакет фискальных стимулов будет и станет, опять же, очень мощным триггером для распродаж американской валюты. Поэтому моя ставка прежняя – это снижение индекса доллара. Как использовать снижение индекса доллара для европейской валюты? Это, разумеется, покупки. Могу сегодня предложить как бы две сделки. Они в одном направлении, просто с разных уровней. Это покупка пары евро-доллар с поддержки 1.17. И либо, если мы до нее не дойдем на фоне даже текущего ослабления, то заходить не через buy-limit, а через buy-stop с уровня 1.17.70. И ждать, опять же, уже тестирования этого сопротивления, которое видно на сейчас моем графике, это примерно 1.19.20. Кому интересны более долгосрочные цели, я думаю, что это значение примерно 1.20, тем более, что сегодня читал инвестиционные бюллетени от Citi, они также рекомендуют своим клиентам придерживаться длинной позиции и ставить на тест отметки 1.20. По фунту немного другая ситуация. По фунту я все-таки склоняюсь в пользу продаж, потому что в понедельник стало известно о значительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Англии. В частности,
Правительство допускает повторного ввода двухнедельных ограничений, прям жесткой изоляции, контроля, карантина. Я думаю, что решение уже будет принято прям чуть ли не в ближайшие часы. Это необходимо, потому что если сейчас не предпринять никаких усилий по тому, чтобы попробовать остановить вот распространение коронавируса, то, как отметили советники по здравоохранению Бориса Джонсона, что уже в начале октября в Англии будет по 50 тысяч новых случаев заболевших, и фактически Англия станет новым эпицентром распространения ковида. Фунт на это отреагировал очень болезненно еще вчера. Мы видели серьезные распродажи, фактически несколько сотен фунтов уже британская валюта потеряла. Не стоит забывать еще и про такой, знаешь, навес негативный, фундаментальный, из-за событий по Брекзиту. То есть две недели назад мы увидели, как фунт активно снижался, что не билось, опять же, с риторикой того же самого евро-доллара. То есть инструменты вроде бы как представители риска и должны между собой коррелировать, но снижение фунта, в то время как европейская валюта росла, доказывает то, что фунт сейчас очень чувствителен к вот этому национальному фундаментальному фону. Если у нас есть сейчас причина говорить о том, что ситуация с ковидом такая вот негативная, она может заставить Банк Англии рассмотреть новые меры экономического стимулирования, ту же самую отрицательную процентную ставку и увеличение программы количественного смягчения. И если мы, опять же, говорим о последствиях, негативных последствиях Брекзита, то, возможно, фунт действительно нужно держать, знаешь, в разряде тех активов, которые являются самыми менее привлекательными из вообще представителей валютных инструментов больших стран большой десятки. То есть фунт вообще аутсайдер. Поэтому я предлагаю здесь сделку sell stop с уровня 1.2760, можно 1.2750 и ожидание снижения в район отметки 1.25. Думаю, что при развитии такого нисходящего тренда все-таки можно будет додавить продавцам британскую валюту до вот указанного назначения. Ну, вот такой фон по фунту крайне негативный. Денис, слово передаю тебе. Надеюсь, ты остаешься на слово связи. Взял. Супер. Да-да-да, я здесь. Единственное, только сейчас попробуем сделать показ рабочего стола. Очень надеюсь, что все-таки вытянет. Да, отлично, все вижу. Вот. На некоторое время буду пока не сам самым лучшим минетом, но буквально уже после 5 октября порадую уже хорошим качеством связи. Значит, касательно евро и фунта, я с тобой согласен ровно наполовину. Почему наполовину? Потому что по фунту у меня, по сути, точно такое же мнение. А вот по евро я считаю, что ту поддержку в районе 1.17, она у меня тоже отмечена на самом деле. Здесь у нас есть и контрольно-маржинальная зона. То есть она, да, действительно, она весьма сильная, хорошая, значимая, но... Честно, я настолько привык, наверное, уже к тому, знаешь, как мне некая рыночная паранойя в том плане, что рынок очень любит делать либо же ложные пробои, или наоборот идти к более дальним целям. Дело в том, что на протяжении последних приблизительно 2 месяцев, вот, собственно, начиная еще где-то с 27 июля и по сегодняшний день, цена находилась и до сих пор находится в таком размашистом коридоре, 300 пунктов, 2 месяца цена все никак не может преодолеть этот валютный коридор. И, следовательно, да, какой-то отскок в районе 1.17 будет, но я склоняюсь больше к варианту, что цена будет идти вот в эти области, то есть район 1.15-1.16. Почему? Потому что здесь у нас находится огромный открытый интерес с точки зрения покупателей пут-опционов, то есть, следовательно, многие будут ожидать сюда из профессиональных рыночных участников дальнейшее падение. Вот. А с точки зрения отскока, то 1.15 у нас все-таки, ну, чуть посильнее будет диапазон, плюс премии границ рынка тоже могут потихоньку смещаться ниже. Вот. Так что заранее пока очень сложно сказать, какой из этих уровней все-таки сработает, поэтому здесь непосредственно буду работать исключительно только от факта наличия сигнала. Вот. Но с текущих я бы, честно, ну, очень-очень так аккуратно отнесся бы к лимитки на 1.17, потому что реально очень рисковая ситуация. Я больше склоняюсь к варианту, что все-таки попытается протолкнуть, а потом, да, действительно продолжение полноценного движения вверх, и причем, скорее всего, даже на пробой 1.20, либо как минимум хотя бы на ретест.
А касательно фунта, сегодня вот, пока мы с тобой как раз делали включение, я смотрю, тут пытаются его потихоньку откупать, но опять-таки это очень часто бывает так называемые ложные маневры, и в целом, даже если все это движение оценивать как коррекцию, я склоняюсь к варианту, если смотреть при более глобальном масштабе, что это и есть коррекция. Mm-hmm. Так вот, если вот такому варианту склоняться, то у нас самое большое сочетание поддержек находится как раз в районе 1.25,5, 1.26. Поэтому, если уже и покупать его, то хотя бы в районе 1.26. Поэтому тут я с тобой абсолютно полностью согласен. Тем более, да, действительно, сейчас раскачивают тему опять со второй волной пандемии в Европе. У меня, в принципе, много своих знакомых есть, кто живет уже достаточно давно и в Италии есть, и в Испании, там пару человек в Англии тоже говорят, что ну, сейчас очень такая нехорошая информационная идут вбросы. Поэтому, естественно, я ну, не вижу причин, чтобы европейская валюта, чтобы британская валюта на это отреагировала позитивом. Но это было бы крайне странно, на самом деле. Uh-huh. Вот, так что по ним в ближайшее время я все-таки склоняюсь к варианту, что добой вниз таки сделают, а евро уже рассматривать 1.15-1.16 на покупки хорошие, а фунт в районе 1.25,5-1.26. То есть это будет более безопасно. А те маневры, которые здесь попытаются сделать откупные, очень часто они будут являться ложными. То есть могут откупить, откорректироваться на 29 там, с копейками и потом снова уйти вниз. Потому что чаще всего подобная коррекционная структура, она является трехфазной. То есть раз – фаза коррекция, два – ложный пробой, фаза коррекции, и потом уже на третьем пробое вот там вот уже будет самое интересное. Поэтому я лимитку поставил у себя, но я ее поставил на 1.26. То есть на всякий случай. Тем более по опционному анализу у нас, в принципе, прямо сейчас цена уже находится в районе области перепроданности. И чем ниже будет спускаться, тем больше вероятность будет того, что движение вверх у нас здесь состоится. Угу. Вот так что я за 1.26 и потом уже нормальный лонг. Спасибо, Денис, за комментарии. Ну что ж, остается только следить. Я думаю, что финансовые рынки продолжат радовать такой волатильностью. Действительно, очень активно ходят, и эта волатильность сохранится и дальше. Мы с Денисом будем держать вас в курсе, следим вместе с вами за тем, что происходит, держим руку на пульсе. Денис следит за технической составляющей и не пускает ни одной возможности. Я стараюсь с позиции фундамента обосновать те движения, которые происходят и которые могут случиться дальше. Всем спасибо за внимание. Денис, тебе тоже отдельная благодарность, даже несмотря на качество соединения, ты все-таки вышел на связь и провел со мной этот эфир. Большое тебе спасибо и хорошей торговой недели. Да, всегда рад быть полезным и всем хорошей недели и прибыли. Пока-пока.